Всем привет! Это мое новое видео на моем канале, и здесь вы увидите тренировку, короче, пресса. Как я качаю пресс, и это упражнение будет более для продвинутых людей. Тут я буду вам показывать два упражнения. Ну и перейдем, так сказать. Вот первое упражнение на пресс. Как вот так вот ногами такие вращения делаем. Я обычно делаю раз 15. Ну, можно, в принципе, если вы начинающий, можно, в принципе, про 6-7 тоже будет нормально. И вот так вот получается. Делаем. Ну, я делаю по 6 подходов. Можно делать минималка 4. А самое максимальное, в принципе, 6 будет нормально. Раз 8 делайте. Нормально. Давайте еще раз для закрепления. Поначалу, конечно, вам тяжело будет, а потом привыкнете. Тоже поначалу, когда я это упражнение делал, было тяжеловато. Потом нормально. Вот следующее упражнение я увидел в интернете, оно мне очень сильно понравилось. Если вы его будете делать, у вас реально поменяется пресс. Но оно такое, уже более-менее тяжелое. В общем, смотрите, как оно выполняется. Получается вот таким макаром. Зайди-таки сюда, в бок. Ага, чтобы зрители увидели. Получается вот, хоп, в таком состоянии. И вот так вот ногами. Делайте сколько сможете. Очень хорошее упражнение, но очень тяжелое. Возможно, даже у вас с первого раза не получится. Как только начинал делать, я вообще еле-еле делал, пресс просто горит. Ну, реально классное упражнение. Только отдохнем. Фух. Получается, эти упражнения я обычно делаю, когда я кросс пробегаю, сразу иду вот на эти турники, здесь уже делаю пресс. Потому что дома я не смогу сделать это упражнение, ну, потому что ноги у меня упрутся в потолок. Вот, а тут как бы, ну, такого, естественно, не произойдет. Давайте еще один. Оп. Именно вот на эту вот часть очень хорошо действует. Фух, еще один подходик сделаем. Просто я как бы только что сало, перед этим поел полный живот, так как бы, ох, тяжело делать. Фух, просто пока светло, заснять видео, потому что потом стемнеет. Давайте еще раз сделаем. Опа. Опа. Ну вот, в принципе, я то, что хотел сегодня, я вам показал. Вот это вот два упражнения, которые я делал, очень классные упражнения. В общем, дерзайте, выполняйте это упражнение, у вас все будет отлично. Все, всем пока.